Смотрите, чем быстрее идет эволюция, она естественно ускоряется. То есть раньше открытия совершались там одна раз в год, потом раз в месяц, потом три раза в месяц, потом раз в день, а сейчас, наверное, каждый час, каждую минуту. То есть это как разгон машины. То есть чем больше она разгоняется, тем больше сопротивления. Тем больше сопротивления у эволюции и у леваков, вот этих вот Black Matters, превосходство черной расы и все остальное. Это абсолютно естественное явление. Так что не удивляйтесь, что подняли голову там исламисты, все вот эти вот террористические течения сейчас появились. Это не гибель цивилизации, это просто встречный ветер.